Вот я ее сделал из клетки перепелиной. Вот смотри, заходит она сюда. Сейчас летела. Очень чувствительная. Вот заходит сюда куница за мясом. Наступает на нее. А у нас что, водится куница? Да, у нас завелась ласка. Или сосед видел, когда она к нам бежала. Вот она и цыплят всех перекрыла. 24 цыпленка всего. А я тебе говорил. Нет, съела, да? Нет, 24 осталось. А было сколько? 39 маленьких и сколько? 17, 20 с лишним больших. Так. Вот эту конструкцию, смотри, как полозья я сделал. Из маяков. Штукатурных маяков. Два маячка вот так, на них накладывается третий. Все. Ну вот так, что вот так, все. А сейчас. Куда ты ее поставишь? На ночь. Поставлю, на улицу прям поставлю, перед, где она заходит. Он говорит, она заходила прямо в том месте, где... Они как раз шастают через норы крысиные. У них конструкция тела такая, анатомия, да, что они через любую щель. Я боюсь, через эту не выйдут за ней. Ну пойдем поставим. Ну, голова-то. Ну крыш потяжелее. Чем что? Чем? Да ладно. Нет. Сейчас сюда. Тут все время земля образуется. Она безопасная, кошка залезет, ничего не будет. Вон она. Тут все время земля вот образуется. Не вижу. Потому что там у них лаз есть под камни. Бутылку, представляешь, что я засунул? Вчера я ее засунул вот сюда под... Помнишь ту бутылку с ядом? Угу. Да? В черном мешке. Вот я ее сюда запихал. Она здесь лежала вот так же, только в мешке. Так они уволокли, я еле дотянулся туда рукой. Представляешь, с мешком вместе уволокли. Но корм не съели. Но я им так покидал туда. А крыса лежала прямо на полу. Вот здесь вот не лежит. Так она в этом лежала? Я думала... Она вот тут лежала. Вот еще где валяется. Вроде нету. Нора обкопана. Какие звуки интересные. Это ультразвуковой отпугиватель. Вон он стоит. А разве на них работает? Работает. На самих кур. На самих кур не здесь. Иди.